Ух, друзья, всем снова здрасте, второй раз. Это какой-то хана. Я думаю, вы догадываетесь, почему я сейчас нахожусь на речке. Да-да, вы правы. Я пришел домой, меня ждал замечательный сюрприз. Моя жена мне приготовила в баночке карасика размером с ладошечку. И сказала, бегом прилетай в речку и выпускай его в речку. Я вам сейчас серьезно, вы думаете, наверное, так, что ты типа гонишь, что больше делать нечего. Я вам сейчас покажу, потому что я такого еще не видел. Не, ну я там, спасали мы стрижей, спасали, кого мы там еще спасали. Курицу спасали от неминуемой гибели, но потом ее в итоге, короче, все равно зарезали. Но чтобы рыб спасать, это просто жесть. Сейчас покажу. Вот, это замечательная рыбка. Вот она. Ну что, рыбка, живи. Теща тебя сегодня есть не будет. Ой, какой кошмар. Это мы уже с ней 15 лет живем вместе. О, плыви, дорогая, плыви. Опа. Все, давай, чеши. Бля, но все равно. О, такой карасик. Вот так вот сделаем. Все. Все, жена, я тебе отчитался. Карасик твой уплыл куда-то. Неизвестно куда. Но это уже не наша забота. Баночку мы забираем. И поедем домой. Бо уже темнеет. Так, друзья. Произвели только что операцию спасения рыбы. Теперь с гордостью можем поехать домой. Потому что уже печать на хорошее дело у нас есть. Так что, друзья, на этой замечательной ноте с этим прекрасным ароматом грязной речки хочу пожелать вам доброй ночи и всего наилучшего, дорогие мои. Давайте, будьте здоровы, не падайте духом, все будет хорошо.